отнесемся, конечно, но, Макс, ты пойми, что беременного мужика убивать — это грех. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса, единственный мужик смог родить, и ты его убьешь, да. Я его сам убью. Я убью эту бабенцу. Кстати, беременного мужика не так-то легко убить. Не, ну я такой наглости просто ничего не ожидал. Пока он. Вы из Макса сделали хромого Макса. Ты должна рожать, а не мужик. Макс. Не зря твоя голова такая большая. Дайте мне более удаляющий, и я буду снова цел на ногах и буду нести добро. Блять, так он... Он голый? Тут чувак голый. Зря я сохранился. Ну хуй с ним. Макс, тебя убивает бабенция, которая не может заверни меня. Спокойно. Мужика-то ты убьешь. Так, но тебе нужны хилочки. Тот мужик беременный, плюс он еще и со спущенными штанами. Он, во всяком случае, лучше Макса. Ха-ха! Вот оно где. Фух. Ну, молись. Типа я не знаю, что он там, и я питаю от неожиданности. Иди. Блять, ебать, у него эти урон-то. ДПС очень жесткий. Сука, гори в аду, блядь. Беременный мужик. Блять, в аду. Вот так-то. Моя шея решает. Хотите посмотреть на мою шею? Это денег стоит. Точнее, не денег, а патронов. Yeah. А УЗИ-ку я-то взял. Она даже не так называется. Ингрэм. А, Ингрэм. Да, знакомая. Пустите меня. Пустите меня. Пустите. Пустите. Пустите, пожалуйста. Я не хочу здесь оставаться. А, издевательство. Чёрт. Ну ничего, у меня остался коктейль молотов. Получи, блядь. Макс, о, какое у него лицо симпатичное. Не подумайте, что... Я фанат от Макса. Он довольно нормальный мужик, но не как человек. Пожалуйста, откройте мне морозильник. Туалет. В туалете обычно обедает Кейн и Линч. Сейчас мы это и проверим. Теперь здесь будет обедать Макс. Ой, как мне плохо, какая игла пошла. Ай, блядь. Я вижу духов, о! О! Шутка. Что там? Нужно говорить, что за... А! Почему Макса жену убили, никто не знает. Знает только тот, кто за нее играет. А ее убили.
По одной причине, потому что Макс играет в автоматы. Что я буду делать сейчас? Бинго был. Оу. И Макс не любит, когда проебывает. Сука, блядь! И поэтому кредиторы пришли к нему домой, и его жену, кредиторы наняли наркоманов, чтобы его жену изнасиловали и убили. Ну и сына тоже изнасиловали и убили. Фу, ой, блядь. Какой же еще зародыш? Я, типа, играю в эту игру первый раз, вот Max Payne, и я, когда играл первый раз, я не знал, куда идти. Я просто тупо стоял на стекле, и так, куда же идти? Блять, так это же... Max Payne, ёбаный. А вот почему все на усилии не нашли? Что за популяция пошла такая? На ингрэмы эти. Это Пейн! Это не Пейн, а Макс Пейн. Давайте выражаться правильно. Он тоже вас будет называть не уёбка, а уёбка. Нет. За что? Гальцин? Ёбаный брат. Сюда. Не, я, конечно, было бы стрёмно, если бы тёлка, знаете, такая, шторы приоткрывает. Фух. Двумя руками, да. Из какого-нибудь фильма «Проклятие» или даже «Девочка, это пизда», «Альма». И такая, на Максе, и такая, о, блядь! И всё. Ну и конец. Все бы ждали продолжения. Мне кажется, что я теперь могу вызвать лифт. Я ничего не могу. Ага, ага. Черт. Макс, а что ты тогда можешь? Окей. Может, ты можешь... Может, ты можешь то, что ты не можешь? Как, например, открыть вот эту, о, берет тебе попался. Хм. И что теперь? Нет, ну мы оттуда пришли. Если те пацаны, так... Ага, я знаю куда. Интересно. Беременного мужика мы пришли. Так, а в чём? Чё тогда у нас? Вот это эксит. По идее, мы должны выйти вообще отсюда. Вообще выйти отсюда. Этажное здание. Восклицательных знаков нет, ничего здесь нет. Может, позвонить по телефону? Макс, нет, он не берется. Это что? Картонный телефон. Даже если ты вдруг сможешь позвонить куда-то, то в какую-нибудь Картеляндию. Где все картонные. Даже... А, у меня бита есть? А, я знаю, куда идти. Сюда. Ладно, может, там, где мафиози были? Не, мафиози отпадают.
позвонить. Блять, у тебя, у Макса нет знакомых, точно. Сохранюсь на всякий случай. Мало ли что мне нужно ждать. Убить Крис, чтобы Макса не сожрали. Нельзя, нельзя есть, нельзя есть. Блять, так это же Макс, реально. Я... Подождите. Нет, это не Макс. Нет, но все равно я... Это может быть мой брат. А я там нет. Ой, спасибо. Как ты забираешься? Я не могу. О, две узики можно. Инграм. С чем ты ходишь? Я с Инграмом. Классно. А ты Макс Пейна пошли. Я не знаю, куда идти, на четвертой главе или на какой-то. Ну, по идее, пацаны, раз уж мне смогли открыть заборчик, то они откуда-то пришли. Да, может, все-таки лифт откроется? Да не стесняйся! Ну не стесняйтесь. Один из флор. Первый этаж. Значит, что-то здесь не то. Кажется, я понял. Вначале нужно всадить голову дробь в его, в начале гениталии, точнее не в гениталии, а в вагониты. Вот так вот в туловище. Теперь можно идти. Спокойно идти, ни о чем не думать. Слушайте автоматы, потому что на Макс это очень плохо влияет. Нет. Фак. Нет, ну правда, они должны... Они ж вышли отсюда!